Ну что ж, друзья, да, значит, что у нас, как и чем, кто-то спрашивает, я не поняла. А как и чистить зубы и язык? Ну, Света, что у тебя, как у тебя лично? Мы это тут советуем, а вопросы тебе? Я редко чищу зубы. Поэтому как-то вот я не знаю, я не заморачиваюсь, но если мне прям совсем захочется почистить зубы, у меня еще какая-то паста прям совсем легкая, детская есть, я даже не знаю ее название. Вот. Я ей чищу, бывает, вот, но это бывает крайне редко сейчас уже. Поэтому не, вот порекомендовать, чем чистить зубы, не могу, но то, что ты сказала с перекисью, да, это действительно здорово, и как раз вот то, что ты сказала, соска, сейчас вспомнила, в аптеках тоже есть вот эти вот для детей, когда режутся зубки, он такой как напальчник для взрослых, и с такой мягкой-мягкой резиновой, силиконовой щеточкой, вот, и тоже можете вот, пожалуйста, крутой массаж получится. Да, супер. Надо посмотреть, что там нового изобрели в аптеке.